Дорогая мамочка, сегодня к нам прилетали аисты. Я знала о их прилетах еще за неделю. Готовилась. С самого утра достала чемодан, сложила туда все мои вещи, а потом решила подкрепиться на дорожку, ведь путь-то предстоял не близкий. Замешкалась. Прибегаю, а стая уже в небе. Мамулечка, прости меня, я знаю, как сильно ты меня ждешь. Переживаешь, когда же я прилечу, а меня все нет и нет. Ты не беспокойся, я тут не одна, нас тут много, и все ждут своего аиста. Но случается, что их родители еще сами почти как дети. Или мамочки плохо себя чувствуют и не могут их принять. И тогда отсылают этих деток обратно. Мама, ты бы видела, какими грустными возвращаются эти малыши. Мы как можем стараемся их утешить и развеселить. Мамуля, ты у меня такая смешная! Веришь каким-то невообразимым приметам. Уже даже соску приготовила. И я знаю, что наш дорогой папочка сделает все, чтобы тебя развеселить. Ведь только он может сделать мою маму счастливой. Я, мамуль, как сяду на аиста, сразу подам тебе знак, и ты поймешь, в каких примерно числах меня ждать. А встретимся мы с тобой в доме свиданий. Там обычно все мамы и папы своих малышей встречают. Хоть сказать еще ничего не смогу, но посмотрю в твои нежные глаза, и ты поймешь, как сильно я тебя люблю. Мамочка, до скорой встречи, твой малыш.